короче, одна легенда. События, да. Я постоянно играю, господа, в Undertale. Вот реально. Undertale. Вот, видите? Грин. Гринское Undertale-овское прохождение. У меня оно было, и оно было по-другому. Давай уже начинай. И, короче... Господа, что это такое? Господа, что это такое? Это что, как Дельтарум? Еще в правом верхнем углу подсказки... Господа, в правом верхнем углу подсказки будет, как я играла в Дельтарун игру. Да, это было очень сложно. И там я играла по пути геноцида, там было тоже сложно. И, короче, старт. Так, мы играем по... Ага. Какой-то мальчик, как назовут? Коди. Блин. Да, Коди. Непонятный Коди. Ага. Это что, он дайн? Эй! Стоит здесь человек. Ты человек, верно? Мое имя? Андай. Мое имя Андай. Я реально человеческий страж. Мы будем по пути геноцида действовать. Слушай, это... Давайте мы будем идти по пути геноцида. Сразу же мы будем идти по пути геноцида. Господа, у меня телефон просто забрали. Я поиграю обязательно в Baldur's Space, в Undertale, обязательно. Если тут наберется где-то 2 лайка или 4, то я продолжу играть по эту модификацию про Балди по Undertale. Не будем называть. Ты добрее. Короче, следуй за человеком. Это, короче, место. О боже!
Ничего хорошего тут нет.
Thank you.
Можно пройти по пути Юнцита Чептера Д. Вы издеваетесь? Давайте мы на этом мы сами и закончим. Продолжим в следующих сериях. Это будет врать. На пути пацифиста. Всем бай-бай. Увидимся в следующем.